среду в Самарской области малооблачно, местами осадки в виде небольшого дождя. Температура воздуха днем от 15 до 18 тепла, ночью 5-7 выше 0. Ветер южный, юго-восточный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани небольшая облачность, днем плюс 16 градусов, ночью плюс 6. Южный ветер, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, днем плюс 14, ночью плюс 7 градусов. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. В Самаре малооблачно, плюс 16 градусов днем, ночью плюс 5. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 52%, геомагнитное поле возмущенное, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.